А вы считаете, что это была революция? Нет, или это выборы были? Нет, вообще-то я считаю, что это был рок-фестиваль, вообще, если честно. Это такой Вудсток киевский. Я слышал много раз, что, значит, вот имеется, что это называется оранжевая революция. Что наши власти очень не хотели бы никаких революций. Я тут с ним совершенно согласна, я тоже не хочу никаких революций. Ни оранжевых, ни серо-бурмалиновых. Потому что революция в России — это всегда кровь, погромы и безобразие. Я не вижу, какая там была специальная революция, если только ее красивыми словами не обзывать. По-моему, это были выборы. По-моему, был протест избирателей, что проголосуйте как надо. Вот и все. Если бы все наши избиратели так к урнам выходили, так у нас такие были бы ядреные, понимаете, эти самые президенты, думцы, все были бы, ох ты, какие. А потом бы опять все было плохо. Это другой совсем разговор. Но я не вижу там никакой революции. Собралось много народу с требованием переголосования. Ну, хорошо, но они так это назвали, чтобы как бы начать нулевой отсчет. Понимаете, здорово. Как бы им захотелось новой жизни с понедельника. Значит, это слово «революция» предполагает, что сразу после нее с понедельника начинается новая жизнь.